Привет, ребята! Хорошего вам лета! Сегодня я продолжаю рисовать рисунки летом. Это называется простые рисунки летом. Что я делаю? Я сегодня рисую такой необычный коктейль. Давайте нарисуем его. Нарисуем так. Сначала нарисуем бокал. Вот такой бокал нарисуем. Бокал. Вот такой бокал. Нарисовали. Это бокал. Сюда нальем коктейль. Теперь нужно нарисовать его вершину и пену, потому что мой коктейль, наверное, будет малиновый. Я так думаю, что малиновый это хорошо, вкусно, мне нравится малиновый цвет. Здесь нарисуем пену, вот так пена, а здесь уже края моего бокала, вот так вот он будет наливаться. Теперь я хочу показать, что у моего бокала есть толщина. Нарисуем толщину стекла. Нарисовали. Теперь нарисуем грани. Грани мы рисуем так. Вот можно придумать свои грани, какие вы хотите. А если у вас как бы трудно с фантазией, то повторите, как я рисую, вот такие вот грани, стеклянные. Они будут переливаться. Теперь нарисуем ножку. Ножку нарисуем такую красивую. Вот она вот так идет. Вот так. Здесь будет тоненькая штучка такая. Как бы талия моего бокала. И здесь идет сама ножка, а ножка в разные стороны расходится, и здесь нарисуем ее конец. Вот такая ножка получилась. Бокал. Здесь уже пена начата. Я как бы начал рисовать пену. Теперь нарисуем ягодку. Ягодку такую большую нарисуем ягодку. Такая ягодка. И ее закончим. А здесь вторую, но она будет немножко прикрыта пеной. Такая вторая ягодка. И такие палочки. Такие две вишенки. Летом вишенки, да, есть. А здесь нарисуем палочку, как соломинку. Соломинку. Раз, два, три. Так. И здесь тогда уже пену заканчиваем. Такая вот пена. И здесь пену закончим. Но только эта пена будет вот так вот спускаться. Отлично получилось. Здесь нарисуем еще, наверное, листочек. Мне кажется, может быть, в коктейль, конечно, кладут вишенки без листочка, но с листочком будет еще лучше. И все, наверное, давайте раскрасим. Я буду раскрашивать светло-светло-розовый. Мой коктейль будет малиновый и мороженый. Как бы называется, мороженый коктейль. Молочный. Наверное, я его сам готовлю, потому что я люблю готовить сам коктейли. Берешь мороженого сколько хочешь, берешь молока сколько хочешь, перемешиваешь все это. И добавляешь ингредиенты, например, банан или малину. Вот сейчас я добавил малину. Отлично, мы взяли светло-розовый. Теперь я возьму темно такой розовый, насыщенный. И попробуем немножечко здесь добавить. Не стараться слишком много добавлять, а прям маленькие мазочки где-то там. Получилось вот так вот. И еще посильнее добавим, еще немножко темнее возьмем. Получается вот такой насыщенный коктейль. Хорошо. Здесь сверху у меня будет ванилью. Посыпано, наверное, ванилью. Я не знаю, что такое ваниль. Ваниль это цветочек такой. И такая приправа. Или специя, я бы сказал. Да. Так, нарисовали. А теперь нарисуем наши вишенки. Вишенки. Да, кстати, надо было, может быть, малинку положить. Ну, ничего. Иногда так и случается. Нарисуем вишенки. И чтобы они были потемнее, возьмем черный. Немножко сделаем тень. Вот так. И тогда это больше будет похоже на вишенку. Теперь мне нужно взять оранжевый и сделать точечки. Вот так вот делайте точечки, чтобы увидеть, как насыпали сладкой какой-то глазурью. Насыпали сладкой глазурью и покрасили. Получилось хорошо. Давайте раскрасим нашу ножку, потому что, мне кажется, она должна быть немножечко оттенена голубым. Здесь. Такие рисунки рисовать очень просто и очень приятно. Мне, конечно, нравится так рисовать, потому что легко можно нарисовать, легко повторить. И все свои рисунки, когда я выбираю сейчас, я стараюсь сделать как можно проще, чтобы каждый смог повторить такой красивый рисунок. Ребят, моя вишенка готова. Берите маркер, берите лист бумаги, может быть, карандаш или пастель масляную и рисуйте. Хорошего вам лета и до новых встреч. Пока-пока.
рыба-кит папа рисует.